В лицее имени Надежды Крупской магаданские девятиклассники сегодня сдавали русский язык. Заявилось 13 школьников, и в 9 утра в пункт приема экзамена начали подходить ученики. Особенности санитарно-эпидемиологического режима требовали от участников наличия маски, проверки температуры, соблюдения социальной дистанции. Кроме того, согласно требованиям Рособрнадзора, проход в учебную аудиторию для сдачи ОГЭ возможен только через рамку металлоискателя. Сегодня первый резервный день среди всех экзаменов. У нас всего 13 участников сегодня. Ну, в 2021 году, наверное, особенности, как и в 2020 году, это маски, перчатки, это все меры профилактики COVID-19 и рассадка по 10 человек в аудиторию. Общественные наблюдатели к нам приходят, их назначает департамент образования. И сегодня должен тоже присутствовать общественный наблюдатель. При входе непосредственно в учебный класс снова проверка фамилии и имени участника. Если сегодня девятикласснику не повезло, возможность пересдать русский язык у него появится лишь осенью. Депутаты Магаданской городской думы рассмотрели вопрос об исполнении бюджета Магадана за 2020 год. Документ представлен по доходам в сумме почти 8 миллиардов рублей, по расходам 8 миллиардов, с дефицитом в почти 29 миллионов рублей. Кроме того, рассмотрели проект о внесении изменений в решение городской думы о введении земельного налога на территории Магадана. Также парламентарии заслушали отчет о работе контрольной палаты в первом квартале 2021 года и информацию Комитета финансов мэрии Магадана о состоянии кредиторской задолженности муниципалитета. Она составляет 724 миллиона рублей. Полиция просит помочь. Управление МВД России по Магаданской области разыскивает Фиделька Кирилла Андреевича. 2004 года рождения. Молодой человек 31 мая 2021 года ушел из дома в поселке Стекольный Хасынского городского округа. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы обесцвечены, в ушах носит серьги. Возможно, имеется перстень на указательном пальце правой руки и серьга в нижней губе. Был одет: джинсовая куртка, штаны темного цвета, кеды синего цвета. Также может носить куртку желтого цвета, кофту на молнии темно-розового красного цвета. На лице маска, респиратор черного цвета с пластиковыми клапанами. Граждане, которые располагают какой-либо информацией, могут обратиться по телефонам 102-8-41-32-696-411, 8-41-32-696-075, 8-41-32-624-625. На Колыме проходит ежегодная акция «Окно в лето» с 7 по 20 июня. Волонтеры приводят в порядок окна в домах магаданцев пожилого возраста, ветеранам и людей с ограниченными возможностями. Оставить заявку можно в будние дни с 15 до 18 по телефону горячей линии 8 914 850 93 73. Поучаствовать в качестве добровольца может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте добро.ру, подать заявку на мероприятие и пройти короткий инструктаж в штабе. Организатором акции выступает ресурсный центр по поддержке волонтерства Магаданской области совместно с добровольческими объединениями. Огурцы, молоко, торты. Ярмарка выходного дня теперь на Магаданской площади. Рынок под открытым небом начал свою работу в субботу, 5 июня. 80 предпринимателей представили свою продукцию. Колбасные изделия, рыба, икра, мясо и многое другое. Как отметил глава муниципалитета Юрий Гришан, на Магаданской площади больше предпринимателей смогут представить свой товар. Да, мы сегодня переехали с рынка Fresh на площадь Магаданскую. На самом деле это здорово, потому что там ограничения все-таки коронавирусные присутствовали, и все желающие не могли участвовать в ярмарке. И самое главное, что мы сегодня предоставили возможность сезонной торговли рассадой, кустиками всевозможными. Люди очень довольны, что наконец-то они начнут реализовывать то, что они вот в течение там 3 месяцев в теплицах производили. Организовали торговлю с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм. Посетителей ярмарки было очень много. Магаданцы с удовольствием покупали товары местных производителей, которых было немало. Ну, у нас Охотский берег. Товары вот Охотского берега. Все у нас вкусное, все свеженькое. Что есть? У нас сардельки есть, и говяжьи, и свиные. Сосиски есть, и аппетитные, и
молочные, пикантные с сыром. Вся продукция вот эта свеженькая, как вам сказать, грудинка у нас сырокопченая, да, варено-копченая. Потом у нас балык венский сырокопченый, шашлыки. На прилавке у нас есть семга, брюшки семги, окунь, терпу, кунжа, палтус, селедка, слайсы, скумбрия всякая разная, так, ёршик, юкала, балыки, камбала, хариус. Все есть узбекский, зелень есть, виноград есть, огурцы есть, яблоко есть, 7 видов. Лук, картошка, морковка, капуста есть. Ну, здесь получается у нас кондитерские изделия, рыжики всеми любимые, наполеоны, картошка, ну, рулеты. Ну, вот так торгуем, люди очень хорошо берут. Рынок будет работать каждую субботу до 25 сентября с 10 до 16 часов. Следующую ярмарку проведут в воскресенье 13 июня, поскольку 12 июня на Магаданской площади пройдет празднование Дня России. Завтра, 9 июня, магаданцы смогут проконсультироваться с руководителем следственного управления. Александра Просина проведет личный прием по телефону и видеосвязи. Обратиться можно по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобами на действие или бездействие и процессуальные решения следователей. Обратиться можно по телефону 608637 с 9 до 12:30 и с 15:00 до 18:00. Впереди жителей нашей страны ожидают длительные выходные в связи с празднованием Дня России. Для удобства граждан, получающих пенсию через почтовые отделения связи, «Вечерний Магадан» сообщает график работы отделений почтовой связи в июне. 11 июня – рабочий день, сокращенный на 1 час. 12 июня – выходной, 13 июня – выходной, 14 июня – по режиму работы отделения почты в субботу. Если дата выплаты пенсии приходится на выходной, то обратиться на почту за получением средств можно накануне. Зачисление пенсий и иных выплат по линии Пенсионного фонда России на счета граждан в кредитных организациях будет произведено в обычные сроки. Традиционно в начале лета в Магадане торжественно запускают главный городской фонтан вдохновения на площади космонавтов. В прошедшую субботу свидетелями события стали и журналисты «Вечернего Магадана». Сегодня, в этот радостный, но не совсем солнечный день, в городе запускаются фонтаны. Но в настоящий момент мы запускаем фонтан вдохновения, который уже многие годы радует наших горожан. И надеюсь, после его запуска тучки бегут, проглянется солнце, и наконец-то в Магадане наступит лето. При расконсервации и подготовке к запуску фонтана вдохновения специалисты КЗХ выявили и устранили несколько неисправностей. Отремонтировали один из трех двигателей, произвели замену микросхем в управляющем автомате фонтана, восстановили разрушенную кладку на чаше. Теперь самый большой фонтан областного центра будет радовать магаданцев до осени. Магадан продолжает готовиться к конкурсу «Дюран-2021». Это состязание между представительницами коренных малочисленных народов Севера. Впервые в областном центре провели его в 2002 году. «Дюран» в переводе с чукотского и ивенского означает «хранительница очага». К участию в конкурсе допускаются представительницы коренных малочисленных народов Севера в возрасте от 18 до 30 лет, обладающие знаниями родного языка. Девушкам предстоит показать себя в нескольких этапах – визитная карточка, художественное слово, раскрытие. Отборочный этап конкурса стартовал 1 марта. Заявку на участие можно подать до 1 октября по адресу улица Горького, дом 16, кабинет 406. Или на электронную почту osa49@yandex.ru. Телефон 200-736. Выступления участников и награждение победителей состоятся 25 ноября 2021 года в МЦК.